Итак, триггеры числа сознания 2, те, кто родился 2, 11, 20, 29 числа, когда не понимают, когда не объясняют, когда раздражает, когда человек не дает обратной связи. Ну скажи хоть что-нибудь, хоть даже плохое. Когда торопят, когда подгоняют, раздражает, когда обвиняют в манипуляции. Если касается бизнеса, двойку триггерит, когда не выполняют обещания, когда не выполняются договорные обязательства, когда нету четкости, когда на нее кричат, когда говорят, прими решение сама или сам. Двойка начинает это возбуждать в минусовую сторону, когда холодно, когда агрессирует на нее, когда не, как сказать, не поддержит ее в трудной ситуации. Это основные триггеры двойки, числа сознания 2. Триггеры, друзья, надо, с триггерами надо работать, их надо убирать, потому что они мешают развитию человека, они мешают развитию сознания человека. Это мы делаем на личных консультациях, на семейных консультациях и так далее, на коучинге цифровом. Записывайтесь, не переключайте канал, подписывайтесь на аккаунт и всегда будьте на пульсе знаний у вас.